наверное, сегодня меньше всего хочется как раз-то игру комментировать. Потому что мы победили заслуженно. Как бы не дали шанса сопернику. Много забили, 3 мяча, еще много не реализовали. Доволен ребятами за их желание. Желание именно победить. Они, хотя погодные условия для обоих команд были сложные. Я считаю, что в этой игре самое важное, что никто не получил травму и никто не уехал калекой домой. Вот это самое важное. Даже не так счет. Потому что игр много, а здоровье людей и значительно важнее, я считаю так. Поэтому если мы готовимся к чемпионату, если мы, там, люди, сидящие в кабинетах, принимают решение, когда заканчивать чемпионат, в первую очередь должны быть организованы условия. И бегать по бетону, пускай попробуют, выйдут, походят 90 минут. Мы спокойно могли чемпионат закончить, последний тур, именно перед игрой сборной. В первом круге мы играем паузу по 11 матчей, потом пауза для сборной была 12 матчей, которая ее как бы не было. Эти 2 тура мы могли сыграть легко. Нет, мы довели вот до... Где сейчас в Минске играть? Последний тур. Никому ничего не интересно. Переносите завтра на синтетике сыграть. На которой тоже нет подогрева. Это у нас так работают люди, которые отвечают за проведение чемпионата. Да, они могут штрафовать тренеров там. Там дисциплинарные комитеты, там и еще там апелляционные комитеты. А кто о людях подумает? О футболистах? По мне, их здоровье значительно дороже, чем эти 3 очка. Потому что остаться калекой на всю жизнь, кто потом будет ему подносить? Я считаю, самое важное в этой сегодня, это что все ребята живы, здоровы и никто не покалечился.